Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Булкин, и сегодня у нас будет обзор на целых две машины. Это Tesla Cybertruck и Bugatti Veyron. Это очень две прикольные машины. Tesla мне обошлась в 10 миллионов, а Bugatti в 20 миллионов. Это очень много. Ну что ж, и сегодня у нас будет обзор. И, кстати, я забыл вам сказать, что на Bugatti Veyron можно менять цвета. Вот сейчас автоматически поменяется цвет. И вот, смотрите, автоматически просто поменял цвет. Это просто какая-то магия. Bugatti дальше это продолжает это удивлять нас. Кстати, колеса еще должны это тоже другие стать, так что вот. Ну, я не хочу их сейчас менять, мы сейчас поедем. Так, ну я решил поездить на Тесле, а не на Бугатти. Ну что ж, поехали. Ну чё, поехали. Спустя один год. Эх, вызову такси для бедных. Спустя 5 минут. Так, а где мое такси? Оно уже должно было приехать. Так, подожду. О, такси! Такси, это вы, это вы, это вы! А, вот они. Вот, это я. Так, дайте мне сесть. А, здравствуйте, такси. Мы на улице Советской, Кнутерка. Да кто ж мог мне все деньги отобрать? Что это за чувак в черной маске с красными волосами? Зачем он это сделал? Зачем? У нас в городе появился человек, который крадет у богатых людей деньги, и он постоянно покупает сигареты и пятерочки. Ну все, ему конец. Ах, так вот ты где, ну все, тебе конец. А, это ты тот богач, которого я тебе деньги украл? Эй, не жди ничего хорошего, я вызвал полицию. Виталий Алексеевич Булкин, вы посажены на пожизненный срок в тюрьму. Нет, за что? Я его даже убивать не хотел. Вы его хотели убить, вы на него пушку наставили. Вы идете на пожизненный срок. Все. Суд окончен. Эх, долбаная тюрьма. Почему из-за какого-то дебила я в нее сел? О, да ладно, я ключ нашел. Вот с этого ключа я смогу выбраться из этой тюрьмы. И, кажется, ты говоришь... как то отсюда вылезти? Ты что такое? Этот ключ не работает. Тут нужна какая-то отмычка. Эй, чувак, у тебя там есть отмычка? Да ладно, я нашел, походу, отмычку. Офигеть, дай ее сюда, мы обои сможем отсюда свалить. Ладно, о, да ладно. И давай, открывай свою клетку. О, да ладно. Красава, теперь мою, давай, скорее, пока копы не заметили. Все, уходим отсюда, уходим. Эй, вы, черт возьми, копы пришли, стоим. Так, фух, это душевая, нас послали мыться. Так, слушай, смотри, здесь это, есть люк. Может через него запрыгнем, может мы отсюда выберемся? Ну ладно, давай попробуем. Так, стой, а как тебя зовут, напомни? Кирилл. Понятно, меня зовут Виталий. Короче, ну все, давай отвинчиваем этот люк. Все, люк отвинчен, давай, вылезай отсюда, давай. Продолжение следует. А если ты досмотрел до этого момента, огромная просьба тебе подписаться на канал и поставить лайк. Подписаться на канал Гога 221110 и на Кирилл Про Раша.
Ну что, понравилась история? Поставь лайк. И я это уже говорил. Всем пока!